Good evening. Shalom. Shalom. Slava Богу. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Спасибо. Thank you. That's all I know. Это всё что я знаю по русски. Да. А ещё yes? Нет. 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 No. That's it. Hallelujah. И на всех языках. All right. It's good to be with you tonight. I've been in Ukraine this time for over a week. Я уже провел в Украине неделю. I was in Melnytsky last week. Я провел неделю в Хмельницком. And I had a wonderful time.

And I think I've been coming here for the last 10 years. And sometimes twice a year. But I love what is his name? Valentine. <laughs> <laughs> no, Tatiana. And all of the people of light of the Messiah. И всех людей, весь народ общины Свет Мессии. And I love MJBI. Люблю Библейскую школу MJBI. Я uh, yeah, хороший друг вашего бывшего директора. Доктора Уэйна Вилкса. И я также сейчас с вашим нынешним директором Ник Лесмейстер. И также являюсь другом вашего нынешнего директора школы библейской Ника Лесмейстера. Еще раз, здорово быть среди вас и учить вас на этой неделе. И я знаю, что мы сделали этот курс не просто для школы, а открытым, чтобы любой желающий мог прийти и послушать. So Поэтому я рад, что вы здесь, потому что вы выбрали And здесь находиться. А теперь поднимите руки, кто из вас должен быть здесь, потому что вы студенты. Ah, very good. A good-looking class. Очень хороший класс. Выглядите все замечательно. Yes. And uh, you've just started. This is like second week, right? Yes. И вы только начали. У вас только вторая неделя пошла, да, студенты? Yes. Okay. Well, I promise not to be boring. Но я обещаю не быть скучным. And if it gets boring, it's because Hannah does not know how to translate. И если учение начнет быть скучным, это значит Аня неправильно переводит. So we'll pray for her. Поэтому будем молиться за нее. Oh, Amen. I appreciate Hannah. Я благодарен Анне. She is a sweet person. Она and, uh, хороший человек. Married to a wonderful man. И замужем за еще лучшим человеком. Okay. Uh, most of you have a copy of the notes. Некоторые из вас никогда не ведут конспекты, а мы будем придерживаться конспекту, поэтому он у вас уже есть напечатанный. И вы также имеете поля, свободные места, чтобы добавлять свои какие-то записи. Если что-то почувствуете, вы запишите себя. А там же также есть пустые места, где вы должны догадываться, какое слово должно быть, и вот эта пустота будет держать вас в бодрости, чтобы вы не позасыпали. Yes. Да? Yes. Okay. Okay. Well, let's start. Итак, давайте начнем. This is an introduction to prophetic ministry. Курс называется "Введение в пророческое служение" или служение Откровения.

We know in the very beginning, in the Garden of Eden, God spoke to Adam. We also know He even spoke to Cain, who was disobeying God. We know the story of Noah, where God communicated to him, talked to him. He told him his plans. He Он проинструктировал Ноя о своих планах, о том, что большой потоп грядет. Позже мы знаем, что Бог призывал народ к себе, чтобы люди имели еще более личные взаимоотношения с Ним. Мы знаем призвание Авраама, что Бог общался с Авраамом, что он делился с Авраамом своими планами. Мы знаем, что Бог делал то же самое с его сыном Исааком, и внуком Иаковом, и также со всеми сынами Израилевыми. And then we know in the year around 1450 uh, BCE, God communicated with a man out of a burning bush. The voice of the Lord comes out of a burning bush. And Moses discovers this is God. И Моисей распознал, что это был Бог. Мы знаем всю эту God историю. Как Бог общался с Моисеем и сделал его освободителем народа израильского. Мы знаем, что после Моисея Иисус Навин ввел такие народ в обетованную землю. We then know that there was a time where God raised up what he called judges over the people. Потом мы знаем, наступили времена, которые называются времена судей, когда судьи поднялись судить народ. И эти судьи взывали к Богу а, о людях. Uh, Они помогали принести какие-то направляющие линии в их жизни. But if you've ever read anything about the judges,

когда они взывали там за народ э, перед Богом, на самом деле их личные жизни не всегда были в правильном порядке у самих. И если Бог мог использовать судей тогда, то Бог может использовать кого угодно. И Бог сказал, хватит этого, достаточно. И Бог поднял молодого человека по имени Самуил. For Samuel that the Bible refers to his prophets. даже если we знаем that do Samuela были люди of писании которые их называли proroами. Samuel is recognized as the first prophet. Самуила можно назвать одним из серьезных первых пророков. И потом был целый период времени, когда Бог говорил к народу Израилю через пророков. In fact, in Amos chapter three, verse seven, it says he does not do anything without first telling his uh, servants the prophets. И Амоса 3:7. Ага, Амос и Амоса 3.7. Ибо говорит Господь Бог, ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Правда интересно? Это показывает, что Бог хочет говорить своему народу. Он хочет иметь взаимоотношения со своими людьми. И Он хочет, чтобы они знали Его волю для них. И и он хочет uh, дать своим людям направление в жизни. So Потом мы приходим к временам, которые называются «конец uh, пророческих времен». И ученые называют это 400 лет тишины, когда Бог молчал. И мы и потом, после вот этих лет тишины, мы слышим о последнем, так сказать, ветхозаветнем о пророке, который был призван Богом. Иоанн Креститель. He he Он был посланником, который пришел, чтобы приготовить путь Господу. И вот потом, спустя четыре примерно тысячи лет человеческой истории, God sends forth the one who was the exact representation of Himself, His one and only Son, the Lord and Jesus Christ. and Jesus communicated with the people. He, he loved on the people Он любил людей. He, he spoke truth into their lives. Он говорил жизни. Он давал им направление. Он открывал им волю Божью. Он заботился о них. Он любил их. Это были самые близкие личные взаимоотношения между Богом и человеками, которые возможны были. Их можно было найти в самом Иисусе. If you've seen me, you've seen the Father. И сам Иисус говорил, что если вы видели меня, вы видели Отца. So saying, Поэтому он говорит, то, что я говорил, это то, что отец говорит. То, что я делаю, это то, что отец творит. И то, каков я, такой и отец. была огромная возможность для людей в тот день увидеть, даже их глазами, Бога. Это была невероятная возможность для людей того времени, которые жили, ихними даже физическими глазами быть рядом и видеть Бога своими глазами, знать Его, знать Его сердце, знать Его пути, Знать, что о них думает Он лично, о каждом из них. Because, see, Поймите, Бог не хотел просто вести и направлять нацию, как народ. God's to lead people, like you and me. Бог хочет вести каждого индивидуально, как тебя и меня. He, he to to он не просто общается, передавая что-то всему миру. Он общается он общается со мной лично, с тобой, A личные взаимоотношения, he made you. потому что Он сотворил тебя. He likes you. Ему нравишься ты. Look at your and say, he likes me. Посмотри на своего соседа и скажи: Я Богу нравлюсь. Yes. Да, да, нравитесь.

I've been married Seven. 31, years. 31 years. Yes. And yes. Thank you. I know. I know. I don't look that old. I know. I know. <laughs> I don't know. I я таким старым. Моя супруга знает меня, а я знаю ее. My wife knows me than else. Моя жена знает меня лучше, чем кто-либо другой. И я знаю мою жену лучше, чем кто-либо другой. Знаете почему? Потому что мы разговариваем друг с другом. Когда я впервые встретил ее, она жила три часа пути от того места, где я жил. Она училась в университете Бейлор. университет. Там такие мишки, мишки. Логотип у них медведи. College football? No, no? Okay. And in that day, we did not have cell phones. In that day, we did not have uh, email. We had old telephone. And it, and it was called long distance calling. И это называлось, вот три часа езды, это называлось э, д, звонок на длинное расстояние, то есть это был уже междугородний звонок. И стоило больших денег позвонить туда. You а потом у нас появилось кое-что, а потом мы имели что-то, что вы, молодежь, даже и не знаете, наверное, на сегодняшний день. Мы называем это «письма».

И моя супруга, на то время она была моей девушкой, она писала мне длиннючие письма. И я получал письмо по почте. И я тут же открывал его. И тут же начинал читать его. Hi, Paul, Привет, Пол, как ты? Я наслаждаюсь школой. Read, 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 read. И я читаю, 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 читаю. Пока не дошел там до одной части. Я люблю тебя.

я быстро-быстро прочитывал все эти страницы, пока не доходил. Но я люблю тебя. Я скучаю за тобой. And so, I would get out my paper, и потом я and I would write her back. свой листик доставал и писал ей слово. И посылал ей письмо. И мы делали так. И потом

И я поэтому и знаю все о ней, liked, что ей нравится, like, что ей не нравится, me, что ей нравится во мне. Есть несколько вещей, которые ей не нравятся во мне. Это называется взаимоотношения, общение. Это то, как вы начинаете узнавать кого-то. Это то, как вы строите взаимоотношения. И знаете, что является номером один в сердце Бога? Иметь взаимоотношения с тобой. И Бог всегда общался с людьми всегда общался со своим народом. And God still does. И он продолжает общаться. После того, как Иисус ушел снова быть на небесах, Бог послал своего Духа Святого. И теперь Дух Святой пришел внутрь каждого верующего. Теперь внутри тебя есть Дух Божий. И он оживляет твой дух. И Библия говорит, что теперь Бог может говорить тебе от духа в твой дух. Мы можем слышать голос Божий. И Бог говорит через Свой Дух Святой. И Бог говорит сегодня к верующим. Во всех частях Божьей Церкви. Среди общины народа Божьего. Поэтому, если ты возрожденный, свыше человек верующий, если ты дитя Божье, God? God desires to communicate Бог with you. But we live in a day where some people don't think God still speaks. In fact, there are certain groups of people Who teach that he does not speak. И, к сожалению, есть даже группы разных людей, которые учат, что Бог уже не говорит сегодня. Есть группа людей, которые говорят, все, что Бог хотел уже сказать, он сказал это в своем слове. He spoke at that time to these people. Он сказал это тогда к тем but he, людям. But no to и тогда больше уже не говорит к нам, ни Now, к кому. Почему они так думают? Почему они задаются таким вопросом? Потому что многие верующие, к сожалению, христиане, никогда не слышали, чтобы Бог лично к ним обращался. And they're, and they're in a circle of other believers who've never heard God speak to them. So they conclude if God hasn't spoken to me, and if, and if God hasn't spoken to my friends, then he must not speak anymore. And there are a number of groups. И, и есть не одна группа людей, которые говорят так сегодня. И они верят в это. И вот у нас первая пустота, циферка один. Потому что, не, потому что некоторые не слышали его. Некоторые верующие говорят, что Бог не говорит сейчас, но он, они верят, что Он говорил в ранние дни. Потому что они верят, это второй пункт у нас, они верят, что люди жили в библейском мировом пузыре. Там, где пустота номер два, у вас должна быть запись ⁇ библейский мировой пузырь ⁇ они считают что бог сегодня не говорит потому что тогда он жил вот в люди жили в этом библейском пузыре и эти люди считают что люди которые жили и описаны в библии вот они особенные это были особенные времена бог делал особенные исключительные вещи и вот тогда, возвращаясь к тем временам, он говорил, но эти времена закончились, и мы больше не находимся в особенном времени, и мы не особенные люди. Но это еретичество, да? Ересь. Это безумно. Потому что ничто в Библии не указывает на то, что эта мысль является правдой. И мы по факту знаем, что Библия вся, она историческая книга. Она была написана в период больше 500 лет. И все люди, которые жили, которые жили written, в те времена, пока ее писали, и те люди, которые жили в те времена, о которых позже написано, это описана история четырех тысяч лет, все они были настоящие люди, реальные, в реальном отрезке времени, The same history we live in. В такой же истории мы с вами живем. Да? И те люди, которые, которых обманули, которые обмануты, uh, должны, наверное, радоваться, что живут в deception что они просто есть, что они существуют в обмане. Послушайте, у меня есть шанс смотреть на вас. И большинство из вас выглядят, как будто вы смышленные люди. Большинство. Есть несколько, которых я еще сомневаюсь. И вы можете подумать, okay. and и вы поймете. In fact, God says that he's the same потому yesterday. что даже Библия говорит, что Бог говорит о себе, я тот же, который был вчера, Today, сегодня и вечно. Поэтому мы такие же особенные, как все которые когда-либо были созданы и давайте заполним пустоту номер три некоторые верят что библия учит что бог не более не говорит и что дар пророчества прекратился и Believe, некоторые действительно верят no longer speaks что бог более не говорит более про и что прекратились пророчества более не пустота truth is но истина the reason the reason uh, they, they say for um, the reason they say that God no longer speaks,

Оно все у вас записано и переведено. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги Сей. Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге Сей. Итак, в книге, кто которая Uh, скажите, кто автор этой книги, которую вот мы прочитали место писания? Иоанн. What book is he talking about? О какой книге он говорит? Revelation. The Revelation. Он говорит о книге Откровения. He's talking about this particular revelation he has received. Он говорит о конкретной книге, о конкретном откровении, которое он принял. That's contained in this book that he has written. И он, это откровение касается этой книги, которую он писал. Через вот то откровение. Prophecy, через вот этот путь пророчества. И да, это книга пророческая. Да, эта книга говорит о последних временах. И он сказал, если кто-то добавит к этому книге и он говорит, что кто добавит к этой именно книге, saying, если кто-то попытается изменить, что именно эта книга to говорит, it, it, добавит к ней или уберет, тогда он будет проклят Богом. Мы пытаемся изменить Писание? Нет. To say that God talks to me, does that add to or take away from the scripture? Утверждать, что Бог говорит ко мне, это добавляет что-то к Писанию или забирает? No. Нет. The truth is, Истина. Вот в чём. This passage is simply talking about this particular book. Эти отрывки Писания говорят о конкретно данной взятой книге or if you want to believe because this is at the end of our scriptures и если вы хотите так верить, то это вообще конец нашего писания, последняя книга. That he's talking about all of scripture. То вы хотите поверить, что это обо всей книге? That's okay. Это допустимо. Because we're not trying to add to or take away from scripture. Потому что мы не пытаемся добавить что-то к писанию или отнять от него.

это не 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 является неправильным по отношению к писанию well. и мы знаем это. любой общающийся с богом никогда uh, не противоречит uh, власти писанию общение с богом не противоречит власти писанию. You talk to you если вы когда-либо слышите, что you Бог говорит, Bible вы не берете свою Библию, Bible. вы не создаете название новой книги в Библии. Paul. А, его зовут Пол, поэтому типа Первая Петра said, так говорит Господь. No. Нет. Это пророческое взаимоотношение. Это взаимоотношение, это общение лично ко мне направлено.

Итак, первая страничка заканчивается. Мы знаем, что Иоанн говорит о Писании, что он говорит о книге. Да? Личное общение с Богом не является авторитетным писанием, то есть мы не придумываем писание. Цифра 5, допишите слово ⁇ Писание ⁇ И истинное общение с Богом никогда не противоречит писанию. Yeah. Yeah. Just, just. Yes. Mm -hmm. Бог никогда не скажет вам через пророческое слово ничего, что будет противоречить всему написанному Слову. Аминь? Никогда. И никто в правильном уме не скажет проповедь Regardless of what it says, is from God if it contradicts Scripture. И никто в здравом уме не скажет, что пророчество правильное, если оно противоречит Писанию, написанному слову. Okay, and then, okay. Then the, and then the last point, um, they, they say that God only spoke to and through. Некоторые верят, что Бог говорил только через своих двенадцать апостолов. И когда закончились апостольские времена, что Бог перестал говорить. Но знаете, что Библия ничего не упоминает об апостольских временах. Because we discover in the New Testament Потому что мы можем найти в Новом Завете, gift, что есть апостольский дар, и многие, даже не эти 12 первых, а другие, названы апостолами. Варнава был назван апостолом. В говорится, что апостолов и Uh, в деяниях там есть место, где написано, что мы ведомы апостолами и uh, пророками. So Поэтому мы не можем утверждать, что это закончилось лимитированное время жизни этих 12 только избранных апостолов. Мы все с вами продолжаем жить во времена апостолов, пророков, евангелистов, пасторей. И учителей. Okay. Хорошо? И мы вернемся к номеру четыре, пустоте, которую мы не заполнили. Некоторые сомневаются, что Бог говорит сегодня.

Один мужчина, пример вам, один мужчина приходит в церковь. Уже собрание шло, служение. Он входит через заднюю дверь. Он одет был в белую рясу. У него он припоясан был. Чересла были тоже белым поясом предпоясаны. У него был деревянный посох в руке. Огромнейшая борода.

Hear, ye people of God. Uслышь народ Божий. I am a prophet sent by Him. Я пророк посланный им. He has sent me to tell you. Он послал меня сказать вам. You are disgusting. Вы ужасные. You make me sick. Вы делаете мне плохо. Мне противно от вас. I'm gonna spew you out of my mouth. Я выплюну вас из уст своих. And I'm gonna write Michelob over the top of your doorpost. Michelob. Michelob. Николаиды. И я напишу Николаиды на вашем месте. Do you know what Michelob is? Знаете, что это означает? It's the name of an American beer. А в Америке это название пива. The prophet made a mistake. He meant to say Ichabod. Yes? You familiar with Ichabod in scripture? Yes, no. Ichabod means judgment of God. So if God's prophets don't know the difference between Mikolo beer and Ichabod, we've got a problem. Поэтому, если у нас пророк, который не знает разницы между Экоба, Суд Божий, и Николаба, пиво не, а, американское, то тогда проблема. Правда? He wasn't a Он явно был не пророк. God didn't send him. Бог не посылал его. Но мы можем сталкиваться с безумными и даже страшными такими вещами в этом которые называются пророческим служением. Иногда люди используют пророческое служение, чтобы принести суд в жизни других людей. Потому что они так, знаете, выглядят сверхдуховно. Бог сказал мне сказать тебе. And the truth is, а истина в том, we'll что мы можем найти в новозаветной общине, что Бог никого из нас не призывает делать такое. Это неправильное понимание новозаветней gift, новозаветнего пророческого дара. Который должен быть согласно Новому Завету. Поэтому люди иногда видят uh, вот эти страшные, безумные такие пророческие штучки, которые некоторые люди And делают. И они говорят: я даже не хочу иметь ничего общего с этим. Это не может быть Бог. Я достаточно долго верующий. И вы, надеюсь, достаточно долговерующие, которые можете сказать, что видели людей, которые брали правду и использовали ее, чтобы обижать других. И неправильно использовали ее. Понимаете, люди берут духовный дар или дары и неправильно ведут себя с ними. Обижают людей ими. Но из-за того, что кто-то когда-то в этом допустил ошибку, сделал неправильно, это не повод отказываться от идеи вообще, что Бог говорит. Давайте найдем, что Бог подразумевает, и давайте научимся делать это правильно. Yes? Правильно, да? We have a phrase: "Don't throw the baby out with the bathwater." Uh, don't, th don't, uh, don't throw the baby out with the bathwater. Uh, bath okay. uh, uh, выбрас... uh, у них есть фраза такая не... не выбрасывайте ребенка в свободное плавание. Yes. Hang on to the baby. Не выливай воду с ребенка с ребенком. В ребенка вместе с водой не выбросьте. Держите ребенка. Get rid of the dirty bathwater. А yes? грязную воду выливаете. Уловили? Do Арбуз кушаете? В Украине арбуз кушаете? All Семечки черные кушаете? Most people don't. Большинство не кушает. Кто-то, кто хочет вырастить арбуз внутри их желудка, да, может кушают. But we eat the Но мы кушаем с вами арбуз. Spit Но, spit мы... out the seed. Но выплевываем семечки. Yes? Да? Eat the мы кушаем курочку. Throw out the bones. Но выбрасываем косточки. Yes? Да? All right. Поэтому давайте просто все делать правильно. Давайте научимся и узнаем, что Бог говорит. Давайте подчиним себя к Писанию, Его Духу Святому, и будем делать это правильно. Потому что пропетическая медицина для Потому что пророческое служение, оно есть для народа Божьего. И оно на сегодня работает. Аминь. Сейчас будет 10-минутный перерыв. И потом вернемся.